Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами как обычно я Леоплей. И сегодня вы наконец-таки этого дождались, потому что мы продолжаем играть Fish Feed and Grow. И я сейчас попробую стать Махи-Махи. Звучит как суши какие-то. Поэтому мы сейчас будем есть всяких других рыб. Давайте-ка мы попробуем сожрать вот это вот поцика. Так, вот так вот. Здесь управление для меня неудобно. Так, давайте-ка мы поймаем вот этот поцик. Так, давайте-ка мы поймать. Да, блин, неудачная серия получилась. Огромная тварюга приплыла и всех замочила. Ужас. 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 Так, он схватил. Теперь я его схватил. Как говорится, эволюция, эволюции. Да черт, ну хотя вот эта вот штука мне в принципе да чуть-чуть поможет, поэтому, блин, а вот ты где, они все на одну текстуру, как говорится, что это было, очень странная вещь сейчас происходит, поэтому мы такие дырин, дырин, дырин. Так, давайте-ка мы вот так вот. Опа, блин, что такая скорострельная рыба. Так, давайте-ка. Чёрт, что они такие все уворотливые. Блин, да блин. Так, давайте-ка вот эту поцик поймаем. Хотя жопы их. Давайте-ка мы будем охотиться на более прогрессивную и более массивную добычу, а то крохи какие-то. Ужас. Ужас. Надо вам показать новую локацию, потому что вы же любите что-то новое. Так, надо как-нибудь акулу потроллить. Давайте вот так вот. Так, это все, конечно, нам сейчас не понадобится. Махи-махи готов всех мочить. Махи-махи самый мощный. Нет, я, кажется, переоценил свои силы. Вот видите вот эту вот белую штуку? Да, это песок так отражается. Ну, мы уже почти приплыли. Какая тварюга на меня хочет напасть. Не потерплю. Ням, ням. Только не это. Коль, только не это. Нет. Нет. Мы снова станем махи-махи. Суши готовы атаковать всех и вся. Так, махи-махи не позволит себе... всех трогать, точнее мочить. Накопил 1000 золота и в итоге просрал. Так, ты чё у нас тут стоишь? Ты чё такой медленный, что ли? Ты чё, такой дерзкий, что ли? Ты такой травоядный? Сойца, тварь! Воню! Ну и воняешь ты, конечно. Хотя мне, в принципе, все равно, потому что я рыба. Я не чувствую... Ну, я чувствую все. Да, допустим, что это как-то вот так вот все. Давайте-ка мы сожрать. О-а-а. Так, давайте-ка мы еще одного такого поцка съедим. Это все довольно просто. Охота удалась. Я так и думал, что во второй раз у нас все получится. Мы не будем каким-то огрушенным поцком. Поэтому мы просто будем мирно мочить вот этих вот поцков. Меня напрягает вот этот вот избиг рыба. Биг рыба. Так. Где эта рыба? Интересно. Что-то так стало тихо. Все стало очень напряженно. Поэтому я, пожалуй, выплыву отсюда, поэтому. О, давайте-ка мы сожрем вот это вот. А, блин, это наш сородич. Поэтому мы не можем его съесть. К большому сожалению. Или к счастью даже. Так, давайте сожрать каких-нибудь поцуков. Блин, здесь реально очень сложное управление. Типа, когда я ловлю кого-то, он автоматом, типа, не идет ко мне в рот. А-а-а! Зебры! Господи, боже мой. Так, давайте-ка я буду как обычная тактика. Ура, эта тактика работает! Придерживайтесь этой тактики. Это вам в жизни понадобится. Черт, сожрал своего же собрата. Вот зверь какой. Блин, эта тактика иногда работает, иногда нет. Очень
странная тактика, поэтому надо, когда их много соберется, тогда уже можно атаковать. Так, надо на этих пингвинов напасть, а то рыба это уже однообразно. Давайте-ка крабиков съедим чутка. Так, давайте-ка мы его рейлы скушать. Куда ты от меня уползаешь? Ты от меня никуда не уйдешь, наверное. Так, оп. Где я? Чё такой огромный краб? Неужели он увеличился в размерах? Он что-то задумал. Кажется, очень плохое. Блин, какой же я неповоротливый. Махи-махи очень неповоротливый, поэтому... Где? Вот я. Так, вот. Ням. Кусню чего за жопу. Все, больше его нигде больше нет. Он пропал из этого мира. Теперь его больше никогда никто не увидит. Кстати, вот эта самая локация. Она довольно-таки симпатичная. Это кто у нас? Давайте мы его сожрем. Если мы не знаем, кто это, мы его съедим. Такова жизнь, бро. Тебе не повезло, что ты родился вот этим вот овощем. Черт, ты что такой воротливый, что ли? Так, замочить. Замочили, все. Так, он достаточно крупный. Надеюсь, что из него выпадет много кусочков мяса. Нет, ожидания и реальность оказались... О, я снова накопил себе $1000. Я самый богатый рыб на этой планете. У меня есть 1000... У всех остальных рыб их нет. Все остальные рыбы бомбики. Так, давайте-ка мы их сожрем. Как же здесь красиво, невыносимо. Так, давайте-ка сожрем вот этот вот прекрасный сардин. Вот так вот ам. Блин, шпрот! Залезь ко мне в рот. Так. Вот это у нас опасные рыбы, конечно, здесь собрались в тусичи. Так, наш тусич. Она очень агрессивно ко мне относится. Вы плохо относитесь к новым гостям? Неужели вы так плохо относитесь к новым гостям? Если вы меня грохнете, то это будет очень плохо. Укола китовая, правда, но ничего страшного. Эти твари что, хищники? Я здесь доминирующий хищник. Ох, черт! Ох, черт! Нет! Что со мной происходит? Неужели меня атаковала касатка, и я сейчас сдохну? Вот это будет очень печально, если я так сделаю. Не делайте так. Это очень плохо закончится для меня и для вас. Так, давайте-ка мы и сожрём. А в ледниковом периоде так... Что ты приплыла? Морской лев! Нет! Не потерплю! Морской лев! Отстань от меня! Да черт! Какого ёжика ты ко мне вообще приплыл? Нет! Это говно! Я буду жрать все! Так. Нет! К черт! Вот эти твари мне не нравятся, они какие-то опасные, и я снова очутился здесь, на дне океана. И я все время очутился здесь. Это не круто звучит, поэтому махи-махи отомстит всем. Махи-махи наконец-таки научится охотиться на этих каракатиц, потому что каракатицы — это его главные враги. Махи-махи тем отомстит, как говорится. Где она? Так, вот ты где. Сочная сардина. Давайте-ка мы снова туда поплывем. В принципе, нам золото не жалко. Ну, чуть-чуть. Поэтому, пожалуй, это что у нас там за акулка? У меня аж стул заскрипел. Так, это у нас какая-то рыба. Какая-то странная рыба, которой мы будем не опасаться. Мы же не опасающиеся поцики. Так, коснем. Нет, не будем его кусать, а то вдруг он нас так и косит, что от одного удара пинка под жопу мы сразу сдохнем. Так, тварь! Нет! Я не хочу! Тварь какая! Какашка, лысая вообще! Что это за махи-махи такой? Очень странный махи-махи. Интересно, где мы заспаунимся, если мы станем рыбой за 3
бакса. А, мы прям и здесь и заспаунились. Вот это нам повезло, конечно. Блин. Или где я вообще появился? Где я родиться? Вот это вот очень живучая рыба, я так скажу. Махи-махи не такой живучий. Так, ням. Ням. Если что, она стоит всего 3 бакса, поэтому нам все равно. За то, что она сдохнет. Давайте сожрем вот этих вот поцеков. Рыба капля. Господи, боже мой. Какие же вы все-таки стрёмные. А что у меня такие мелкие зубы? Неужели я травоядный? Нет, что-то не похоже. Что-то какой-то отстой. Вы что, хотите сказать, что я съел бабло? Хотел сказать, слил бабло, но получилось съел бабло. Я съел бабло. Эта рыба у меня украла целых 3 доллара. Давайте-ка мы станем каким-нибудь хищным кандидатом на победу. Например, бибусом, который стоит целых... Пипец, меня много мяса падает. И вот это вот говно, которое питается планктонами. Всех, все мясо сожрал. Вот говнюк попался. Тот еще. Не верьте никогда никаким акулам. Они жрут все. Доверьтесь. Fish feeding roll. Это прибудет вам своими силами. Бибус самая отстойная рыба здесь, поэтому мы за нее будем играть. Потому что мы, наверное, мы внизу пищевой цепи. Или нет? Или давайте-ка мы, когда в будущем, далеком прошлом, были бы махи-махи. Почему я сразу не попал к Бибосу? Вдруг там у Бибоса 1000. И там будет много рыб всяких. Ладно уж. Будем довольствоваться лепешками какими-то. Ужас. Ладно, надеюсь, что он понравится.